Дорогие мои, я упомянул, что начинаю писать книгу. И не просто начинаю писать книгу. Мне даже интересно писать его прямо в этом проекте. Я упомянул, что ничего вам не нужно будет делать. Да, потому как с первых же минут я сказал нашего видео, что эти знания впихнуть невозможно. Эти знания выучить в одиночку можно, но сложно и долго. Эти знания, если кто-то не ищет, то их тоже очень сложно усвоить. Сложно их даже представить. Потому это должно быть желание обоюдное, желание и от вас. Это один момент. Другой момент. Я сказал, что вам ничего не нужно будет делать, получив эти знания, да? Единственное, что нужно будет делать – брать ручку, тетрадь и фиксировать то, что вы будете чувствовать, то, что вы будете осознавать. Все надо зафиксировать, потому что эта тетрадь будет вашим спутником по всей вашей жизни. Вы удивитесь, какие вы будете получать там ответы. Сказал, решать в них ничего не надо, схем никаких писать не надо, не надо никаких решать задач там. Надо просто фиксировать себя, про себя. То есть книг в этом мире написано много, сотни, тысячи, миллиарды. Но какую бы мы книгу ни взяли, она всегда о прошлом. Какую бы мы книгу ни взяли, но у нас всегда есть какое-то такое чувство, что что-то там не все написано. Знаете почему? Знаете, какая нужна вам книга? Книга вам нужна про вас. Вы должны прочитать себя. А чтобы прочитать себя, когда пойдет рост, надо фиксировать. Фиксировать каждый момент. Потому еще раз говорю, вам ничего делать не надо, анализировать не надо. Вы просто будете фиксировать себя, то, что вы чувствуете, проходя этот путь вместе со мной. Я точно знаю, чем закончится моя книга, которую я начал писать. Я точно знаю, куда она вас приведет. Как и говорил, что впихивать я ничего не собираюсь. Как и говорил, что я не учитель, я буду делиться только своим опытом, теми знаниями, которые накопил, и эти знания буду выкладывать в свою книгу. И практически я знаю ее результат, ее финиш. Очень бы хотелось, чтобы этот результат, я ведь книгу буду писать про себя, я хотел бы, чтобы вместе со мной в этом проекте вы книгу писали про себя и потом прочитали себя.